Дорога есть. А там ваш участок. А там у нас другая улица, вообще мы ей не касаемся. Спор из-за тропинки в несколько метров растянулся на полсотни судебных заседаний. Гульсина Ибрагимова отстаивает свою придомовую территорию уже несколько лет. Освободить 2 метра для дороги вынуждает соседка. А мне откуда выходить? Откуда выходит с первых дней? Для 80-летней женщины дело принципа отвоевать эту территорию. Верховный суд на ее стороне. Он вынес решение очистить участок. Ведь территория под соседским домом по решению суда в ее пользовании на основании частного сервитута. И сегодня в Пестричинском суде Асия Сабирзянова уже просит исполнить решение и сделать дорогу. А вот юрист Гульсины Ибрагимовой уверен, Верховному суду предоставлены неверные данные. И вот на этой схеме вот проезд указан. И вот, пожалуйста, обратите, вот он этот проезд. Снести данное строение, обустроить здесь дорогу – таковы планы Асии Сабирзяновой. Весь этот участок, включая данный дом, находится в частном сервитуте. Это целых 35 соток. И соседи недоумевают, как такой объем может быть в ее пользовании. Впереди у нас свободный участок. Так она взяла это все сервитут, оттуда хочет ездить, вот и все сервитут взяла. Нам не дают ни сервитут, ни проезжать. Гульсина Ибрагимова сейчас может лишиться части своего дома. Возле него уже стояли бульдозеры. По мнению женщины, соседские споры зашли до разрушений просто из-за принципа. Законная своя дорога, если свободная, она никогда не будет его чистить. И ходить там тут не будет. Это бесполезно. Просто она вредничает. Сервитут дали, заезд-выезд, коммуникации проводит, там проходит газ. Построен дом. И тем не менее, я не могу понять ее мотив, почему-то она просит сервитут, вот с другой стороны еще, она просит 2 сервитута. Суд отложил заседание до 15 января, чтобы выслушать и судебных приставов. А вот сторона Ибрагимовой намерена попытаться перевести в частную собственность спорную территорию. Альбина Минибаева, Игорь Романов, ТНВ, Пестричинский район.